Look, it's your first game for Soviet United, and you play 45 minutes, and actually you score the goal. Yeah. You make the our tradition almost every time with new team. You score. Congratulations and welcome our team. Yeah, thanks. It was fun. Yeah, and I'm happy I scored the first game. Looking forward to play some more. And how you feel about the team? How you think? Because you was in the training with other people, playing other people. There's for sure some nice players in here, and I think if we keep training, we'll have some good games with the rest of the team, and hopefully we can win the cup and the championship. Okay, thank you. Yeah, you're welcome. Robert. Последняя игра в чемпионате, первый тайм был нормальный, ну, в принципе, и второй тоже был нормальный, просто, если честно, вот что мне не понравилось, крайние защитники, реально, со вторым, я не знаю, как с ними будем Ну, а сразу, первый тайм прошел отлично, в принципе, я был рад, комбинационный футбол шел, вообще, на заглядение, моментами я прям стоял и наслаждался, думал, это наша команда или нет, было очень по душе. Второй тайм, потому что мы поменялись, сортировки были разные, там ребята второй команды пришли поиграть, посмотреть, как вообще влиться в команду. Ну, было сравнение, как-то разница очень большая была. Ребята терялись, ну, в принципе, отстояли на ноль, есть над чем работать. Есть две команды, есть конкуренция сейчас. Выиграли последний матч в году, на хорошей ноте завершаем этот год. Надеюсь, следующий начнем тоже с такой же. Что сказать? Кстати, следующий в феврале появляется еще двое хороших игроков у нас. Роберт Ростовцев возвращается. Это и плюс, Пауриньо, да, возможно. Да, отлично. Уже ребята, которых мы знаем, и они нас знают, на что они способны. Это только будет усиление для команды. Я думаю, будет хорошо, если мы будем продолжать в таком же духе. Играть такой же футбол, с таким же настроем. Может получиться хороший сезон у нас. Поздравляю всех с наступающими праздниками. Желаю всем успеха, здоровья, счастья. Спасибо. Гоча, сегодня был твой 200-й матч за Совет Юнайтед. И хорошо, что и 200-й, и как раз и забил 180-й гол. То есть сегодня ты хет-трик сделал, походу, да? Да, я просто поздравляю с этим. И на этом пока ты останавливаешься до марта, походу. Так что да, уже. Так выходит, спасибо. Я очень рад, что добылся столкова. И отчет сегодня еще игры сыграли. Первый тайм хорошо, второй тайм более второй команде были люди. Ну, в общем, сыграли хорошо, поставили результат 6-0. И спасибо всем, молодцы, все хорошо сыграли. Давай. Всем поздравляю заранее с Рождеством, с Новым годом, все вместе. Давайте. Бухайте, гуляйте. Спасибо. Рос. Ну что ты вообще? Твои впечатления о сегодняшнем матче и в целом. Первом круге этого сезона. Ну, по поводу игры, по идее, в принципе, ну, я не могу сказать, что прямо игра была суперская, потому что команда была слабая, как бы ребята другие соперники. Ну, сыграли нормально, но по идее, если сравнить прошлую игру, что мы играли 1-1 и с этой, вот, то была игра серьезная, там глаза горели. Сейчас было все равно расслаблено, все равно, но все равно молодцы, что на ноль отстояли, это самое главное, что даже Леша сыграл сегодня за нас в воротах и на ноль отстоял, это важно. А по поводу второго тайма, как бы, в принципе, игра была, как бы тоже мы создавали туда-сюда, но немножко, вот честно скажу, самый больше мне крайние защитники не очень не понравилось, потому что они как-то вообще терялись, они, не знаю, слева этот, как его, Адем, вроде бы левый защитник, он в итоге только правый постоянно крутит ногой в правую центр мяча, вот это тоже неправильно, аут выбивай. Есть над чем работать. Да, конечно, я не знаю, будет сложно с второй командой, с такой защитой, я еще думал, он на тренировке вообще, если честно сказать, убийца, а в игре вот мне не понравилось все. По поводу первого круга сезона, я не знаю, я думаю, что мы сейчас завершаем, может быть, на третьем месте, наверное, я не знаю. Может быть, я не знаю, я не помню, сколько очков. А может, на втором даже. Соперники сыграли, да? Да, зависит. Ну, там не все сегодня играли, потому что это перенесли игры. А так, в принципе, нормально. После поражений. Да, я доволен тем, что буду всегда доволен, что проиграть три матча в чемпионате первый, чтобы остальные все выиграть. Так что... Будем надеяться, дай бог, что пока что нормально. Главное, чтобы эта команда держалась и все. И хочу действительно
всю команду поздравить с Новым годом и всех наших болельщиков, и все, пожелать самого лучшего в новом году, и чтобы в следующем году у них все получилось. Приходите смотреть, да. Скажи. Скажу и на английском. Guys, I want to congratulate for everybody with Merry Christmas and Happy New Year. With holidays. And I wish you the best for everybody and for our players, for our supporters, for everybody in the world. Happy New Year. Подожди.